Конкурс «Точный гол». Капитаны, прошу ко мне. Вот они, два атамана. Два острых и наточенных кинжала, скажем так. Ну что же, давайте познакомимся с этими ребятами. Как тебя зовут? Ильшат. Ильшат, тебя? Федор. Я прекрасно знаю этих молодых людей. Я прекрасно знаю, на что они способны. И я прекрасно знаю, какое прекрасное зрелище нас сейчас ожидает. Пожмите друг другу руки. Посмотрите друг другу в глаза. Вот они, два боксера. Ну что ж, начнем с тебя. Итак, 10 бросков нужно совершить. И чем точнее ты будешь, тем будешь лучше. Итак, на старт. Внимание, марш. Начали. Ага. Точен, как он точен, а? Ну, немножко не пошло. Есть, 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 есть. Точен. Отличный результат. Точен, капитан. Ну, просто белку в глаз, а? Смотри, как он их укладывает. Ай-яй-яй, ну. Мя. Но это уже издержки производства. Итак. Молодец! Все-таки. Вот это характер. Вот это капитан. Ну что ж, прошу тебя, Федор. Тебе нужно сейчас совершить невозможное. Буквально перекинуть своего суперснайпера, своего оппонента из команды «Олимп». Итак, на старт. Внимание, марш. Начали. Точен, капитан. Капитан команды «Комета». Ай-яй-яй-яй-яй. Ничего. Нет. Передержал. По-моему, передержал немножечко. Итак. Да. Есть! Вот так вот. Есть! Прошел. Дрогнула, дрогнула немного рука у капитана. Но ничего, еще есть. Мячи и... А! Еще, 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 конечно же. Вот так вот. Дрогнула, просто дрогнула конструкция под напором капитана, капитана команды «Комета». Ну, а сейчас слово жюри. Вот на тренировке капитан Александровского района был лучше на тренировке, а вот здесь немножко, видать, перегорел. И выиграла команда Переволоцкого района. Мы даем им 10 баллов. Команде Александровского района 9 баллов. Общий счет 29-28 в пользу команды Переволоцка-Олимп. Ну что же, пока Олимп впереди. Ну что же, на то он и финал. То одна команда, то другая команда берет верх. Но еще все, все впереди. Уважаемые друзья, в эфире «Веселые старты». Сейчас у нас такой конкурс, описать который у меня просто не хватает слов. Я скажу просто: конкурс «Крутые горки». А сейчас даю команду на старт. Внимание, марш, начали. Конкурс «Крутые горки». Слов нет, одни эмоции. Посмотрите, как они карабкаются. Вот это да. Вы знаете, я заметил такую тонкость в игре, в тактике команды «Олимп». Они всегда любят немножко отставать в самом начале и берегут себя для последнего рывка. А что же команда «Комета»? Уверяю вас, она действительно комета. Это просто летящее небесное тело, которое буквально перемахивает, и хвост, которого мы только успеваем заметить. В скоростных качествах этой команде практически нет равных. Только команда «Олимп» может и хочет перегнать эту неуступчивую команду. Ну что же, я смотрю, ребята идут вровень. Как они цепляются, вы знаете, вот это руки!
Вот это ноги, вот это глаза, уши, зубы и тому подобное. Итак, обращаем внимание вновь на зрителей, на зрительный зал. Боже мой, я смотрю на них. Вы знаете, я просто еле успеваю уворачиваться, потому что в меня летят их эмоции, которые бьют меня буквально по щекам. Ну что же, это приятные пощечины, и я их с удовольствием терплю. И вновь привожу ваше внимание на дистанцию. Я уверен, ваше внимание только там. Вы неотрывно следите за своими любимчиками. Они наверняка у вас появились после того, как ребята проходят эту дистанцию. Действительно, нельзя не влюбиться в этих игроков, как они работают. Итак, постепенно заканчивается наше соревнование. Вы знаете, ох, как прекрасно просто перемахивать. Неужели действительно возможно перемахнуть? Не просто вскарабкаться, а перемахнуть эту горку. Просто буквально какие-то чудо-богатыри. Ну вот и закончился конкурс «Крутые горки». Я не знаю, что можно сказать об этом конкурсе, я не знаю. Попробуйте сами пройти эти самые горки, посмотрим, что у вас получится. Вот у ребят, например, получилось. Скажи мне, в зоопарк ходите? Да. Откуда вы набрались такой ловкости? Не знаем, да? Ну, а у вас что-то есть обезьянье, наверняка полезете с такой же скоростью. За бананами на пальму. Да. Ну что же, это все шутки, а все на самом деле очень серьезно. Послушаем наше жюри по итогам сегодняшнего конкурса «Крутые горки». Да, действительно, обе команды заслуживают финала. Действительно, они обе сильны. Но чуть-чуть какой-то команде, ну, не хватает. Вот на протяжении всей эстафеты лидировала у нас команда «Олимп». И буквально на последнем этапе победу вырвала команда «Кометы». Итак, 10 баллов получает команда «Кометы» и 9 команда «Олимп». Общий счет 38-38. Команды буквально оглушают ведущего своими эмоциями. Пускай они добьют его. В эфире веселая... Вива Россия! Вива надежда страны! Завершающий конкурс сегодняшних состязаний. Конкурс «Выкрутасы». Ребята, это конкурс универсальный. Ребятам нужно будет проявить быстроту кошки, я не знаю, ловкость обезьяны и точность индейца в смысле попадания в кольцо. Уважаемые друзья, как у вас настроение? Нормально. Кто за вас болеет? Все александровские. Все александровские, ну а за вас все переволоцкие, правильно? Да. Ну что же, как в воду глядел. Итак, ничейный счет, финал. Завершающий конкурс. Кто-то будет победителем. Все внимание на старт. Внимание, марш! Начали! Ну что же, затаив дыхание, я слежу за соревнованием, за состязанием двух равных команд. Обидно будет, если какая-нибудь команда проиграет. Но что делать, спорт – жестокая вещь. Кто-то должен быть первым. Напоминаю вам, друзья мои, что здесь конкурс непростой. Здесь будет учитываться не только скорость прохождения дистанции, но и частота прохождения, и самое главное – меткость. Чем больше попаданий в кольцо, тем больше шансов выиграть этот конкурс. Ребята, не знаю, они прекрасно проходят эти дела. Они очень хорошо, видно, что они натренированы. Это действительно будущие спортсмены. Я призываю руководителей детских спортивных школ обратить внимание на этих ребят. Из них, из таких настойчивых, настырных, из ребят с характером только и получаются настоящие спортсмены. Ну что же, а наше соревнование «Выкрутасы» подходит уже к концу. Еще немного, еще чуть-чуть. Ну что ж, завершился конкурс «Выкрутасы», а вместе с ним завершились состязания финальной части наших веселых стартов. И сейчас мы услышим имя победителя нашего финала. Слово жюри! Завершающий конкурс расставил команды по местам. Если команда «Олимп» из Переволоцкого района ставку сделала на скорость прохождения эстафеты,
Они не сумели, тем не менее, воспользоваться этой скоростью. Команда Александровского района сначала более точно пыталась попасть, затем и увеличила скорость. В итоге большее количество попаданий и первое место на финише у команды «Комета» из Александровского района. Они получают 11 баллов. У команды «Олимп» из Переволоцкого района меньшее количество попаданий. Они финишировали вторыми, поэтому они получают 9 баллов. Общий счет после 5 конкурсов 49-47 в пользу команды «Комета» Александровский район. Ну что же, завершился финал, и мы услышали имя финалиста. Уважаемые друзья, я не верю, что команда «Олимп» проиграла. Скажите, что помешало вам выиграть в этом, у этих ребят? Не знаю. Я тоже не знаю. Я не знаю. Но вы знаете, я знаю одно. Это фортуна, слепая фортуна. Но самое главное, вы были сегодня участниками наших состязаний. Вы дошли до финала. И я уверен, что вы еще не раз и не два будете участниками наших веселых стартов в этом спорткомплексе «Олимпийский». Ну а сейчас вам вручается прежде всего сертификат финалиста отборочного этапа 5-го детского телевизионного фестиваля «Веселые старты». Это вам. Ну а также памятные призы, которые будут напоминать нам о сегодняшнем спортивном празднике. И я предлагаю еще раз и еще раз наградить аплодисментами блестящую команду из Переволоцкого района, команду «Олимп». А я приглашаю к себе сюда, на этот подиум, капитана команды «Комета» Федора. Федор, по-моему, у тебя еще больше конопушек прибавилось после того, как вы вышли в финал. Наверное. Конечно же. Ну что же, замечательно. Какое настроение перед суперфиналом, в который ваша команда обязательно попадет? Очень хорошее. Очень хорошее. Порвем соперников на клочки, на тряпочки. Конечно. Конечно, куда они денутся. Ну, а сейчас вам вручается. Прежде всего, вот этот вот флаг с логотипом нашего фестиваля. Становись возле своей команды, помаши, как делает каждый капитан победившей команды. Вам также вручается сертификат победителя отборочного этапа 5-го детского телевизионного фестиваля «Веселые старты». Прошу. Ну и, конечно же, памятные призы, которые будут напоминать вам о сегодняшней победе и помогут вам подготовиться к следующему этапу. А следующий этап для вас, друзья, будет суперфинал, где и разыграется самый главный приз наших веселых стартов, а именно путевка в Санкт-Петербург. Ну что ж, уважаемые друзья, это в будущем, а в настоящем я прощаюсь с вами. Желаю крепкого здоровья и самое главное, ведите активный, спортивный образ жизни, как эти молодые люди. До свидания, друзья, до новых встреч на веселых стартах! «Комета» из Александровского района становится чемпионом первого отборочного тура. Это значит, что в декабре ребят ждет участие в серии суперфинальных игр, где они смогут побороться за главный приз. А на площадке «Олимпийского» уже через неделю в борьбу вступят участники второго тура.